В Магадане прошел открытый городской турнир по борьбе, посвященный памяти мастера спорта Владимира Мищенко. В соревнованиях принимало участие около 50 участников. Приехали, да, у нас получается традиционно команда Северо-Ивенского района и три команды из Магадана. В этом году проводился уже 12-й турнир с возрастными группами от 10 до 15 лет. Ну, это мужской спорт, там нет женщин. И, в принципе, мне нравятся такие суровые. Владимир Мищенко являлся учителем физкультуры в 24-й школе, впоследствии стал тренером по борьбе в 1-й спортивной школе. В соревнованиях участвовали также и некоторые из бывших воспитанников. А качество действия победы